Всем привет, с вами Санёк, и это уже четвертая часть прохождения Майнкрафт. В общем, эта четвертая часть будет, как я буду достраивать домик. Кстати, у вас как раз, если вы смотрели прошлой части, возник вопрос. Что это вообще за дом? Объясняю. Я решил быстренько построить домик, чтобы выживать там. Потому что без домика мне никак. Это я никуда не записал, потому что это слишком долго было. В общем, вот такой домик. Сейчас мы ложимся спать быстренько. В общем, в этой части мы будем пытаться взять и достроить чердак. Да, ребятушки, чердак. Так, надо побыстрее добыть еще дерево, потому что уже топор у меня... Ой, дерева у меня мало. Также, ребята, не забываем ставить лайки, подписывайтесь на этот канал. Ой, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать никаких видосов. Ну, а я тем временем уже нашел крипера. Спасибо, крипер. В общем, объясняю, кто здесь впервые. Меня зовут Александр Коваль. Я из города Санкт-Петербург. В данный момент нахожусь в городе Сочи. Мне 12 лет. Ну, вот примерно, собственно, и все. В этом ролике я, ну, я вам уже говорил, но говорю еще раз. В этом ролике я... буду делать второй этаж, ну, чердак, у себя в доме. Ну, еще попытаемся с вами найти в этой части алмазы. Так, стоп, что я только что пробежал. Ай, железо! Быстро собираем, это нам надо. Кстати, напишите в комменты, какая ваша любимая руда. Моя, например, золото и алмаз. Ну или блоки какие ваши любимые. Например, мой это алмазный блок. Он очень красивый. Так. Тем временем я... Так, стоп, сколько я добыл? 11. Отлично. Переделываем это все в палки. Все, ребята, в итоге у нас 50 досок. Сейчас бежим обратно. Также, ребята, если у вас есть какие-то всякие советы по Майнкрафту и так далее, пишите их в комменты. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и прожимать колокольчик. Тем временем я уже в доме. Собираю. Так, запрыгиваем и погнали. Так, делаем так, так. Так, здесь делаем вот так. И почти все готово. Также, ребята, напишите любимого моба в Майнкрафте. Просто интересно. Ну, например, мой это панда. Мне прям нравятся панды. А ваш? Блин, берем топорик, делаем так, и все, я уже почти все закончила. Так, значит, ну это у нас тут рядом вода, ну, у меня, если вы удивились, что это за звуки, это у нас вода капала. Кстати, вы пишите, из каких вы городов. Ну, чтобы понимать. Так. Давай бежим, 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 бежим. Бежим, бежим. Так.
Помогите, а? Кто-нибудь. Мы овечки. Ой. Кстати, ребята, пишите также в комментариях ваш любимый биом. Как вам иногда везло, там, допустим, с первого раза курочка выпала и так далее. Так, что это за пещера? Надо будет скоро проверить. Бежим, 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 бежим. Вперед. Также, ребята, ну, реально, ребят, не судите строго, потому что это мой первый спидран. Ну, я, во всяком случае, попытаюсь пройти Майнкрафт первый раз. Ну, так что не судите слишком строго. Вот сейчас еще к одному дереву бегу. Также, если вам понравится это видео, ну, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Так. Дальше. В общем, вы в курсе то, что вот в Санкт-Петербурге намного жарче, чем в Сочи? Вы знали это? Вот я недавно узнала от друзей, потому что... Блин, где мой дом? Вот я недавно узнала от друзей то, что в Санкт-Петербурге 30 градусов тепла, а в Сочи 28. Да вы издеваетесь? А, вот он, вот он, вот он. Побежали, побежали, побежали. Побежали. Побежали только что курочку. Стоп, секундочку. Ребята, я за... А, вот он. Нифига себе, далеко отбежал. Вот это я, парковщик. Также вот иногда я снимаю вот с мамой и папой. Но они сейчас заняты, поэтому ничего не могу договорить. Бегом, 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 бегом. Хопа. Давай, давай, давай. Кстати, ребята, если кто-то забыл, в прошлой части я рассказывала, что будет после... Ну, что будет после... Что будет после вот этой рубрики, когда я пройду весь Майнкрафт. Я собираюсь сделать один блок, пройти его. Кто не знает один блок... Загуглите. Ну или сейчас можете узнать, что это такое от меня. Один блок – это... Вы вспомнитесь на одном блоке в огромной пустоте. Если вы прыгаете, вы умираете с этого блока. Вы ломаете его, он бесконечный. Все. Примерно это и весь. С помощью него можно пройти Майнкрафт. Так, все. Так. Это... Не понял, ладно, вот сюда это. Так. Кости. Железо, уголечек. Ладно, ребятушки, побежали, побежали, побежали. Бежим, 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 бежим. Мы где-то здесь видели уже какую-то шахту. Вот здесь, кажется. А, нет, не то. Где? Вот. Блин. Спускай. Ой, нифига себе. Ладно, ребята, ничего не страшно, у меня сохранение инвентаря есть. Так. Ай! Вот это сейчас больно было. Ай! Больно. О, я, кажется, нашел! Я, кажется, нашел! Да, я нашел! Ес! Повезло, повезло.
Так, стоп. Давайте я лучше вон туда сначала пойду. Кто не знает, это заброшенная шахта. Ну, во всяком случае, мне кажется, то, что все это знают. Так. Берем и подпрыгиваем. Блин. Вперед. Блин. У меня мало хп, ребятушки. Сейчас надо быть полностью осторожным. Что? Отлично, все. Теперь ставим факел. Вперед. На это пофигу, в ту сторону пойдем. Так, здесь никак. Вот сюда можно. Блин, помогите. Мне страшно. О, зомби. Привет, братан. Пока, братан. Лава! Есть у меня одна штука, но я не знаю, работает она или нет. Так. Ну, давайте сейчас попробуем. Теперь... О, нет, никуда не уходим, никуда. Все, отлично. Теперь... Блин. Ай. Я сейчас умру. Ну, блин. Ладно. Ребята, мы возродились, но не отчаиваемся, бежим обратно. Хотя, так, уже все железо проплавилось, берем это, заходим вот сюда. Объясняю идею, сейчас я крафчу целую кучу палок, просто целую кучу, и теперь делаю кучу факелов. Вот, я уже почти все сделал, и можно отправляться. Офигеть! О, да, целая куча. Отлично, ладно, побежали. Блин, ночь, ну ладно. Так, окей, скелет. Это пока что все не особо страшно. Здорово! Пока! Бежим, ребятушки. Бежим. Ай, кто-то меня бьет сзади. Бежим, я. Блин, скелеты за мной. Блин. Здесь это или нет? А, вот здесь. Хоп. Нет, не сюда. Вот сюда. А, нет, стоп. Блин, это не сюда. Ну ладно, давайте попробуем хотя бы. Все, блин, я себя в ловушку загнал. Ребята, это реально сложно. Я не думал, что это настолько сложно. Блин, ты что такое-то? Давай. О, хопа. Хоп, прыжок. Здесь бежим вот сюда бегом. Не боимся, бежим. Блин, да что такое-то, а? Давай, находись. Находись, давай. Блин, ну что такое, а? Ребята, ну это полная невезуха. Ну только что же видел. Кажись, нашел. Блин. Бежим. Так, сейчас бежим. Бежим, железо, вон здесь уже увидели. Здесь развилка, блин. Ладно. Опа, железо, еще отлично. Мы это все заберем, когда пробежимся до самого конца.
Блин, это что? Это что, наверх выход? Это что, наверх выход? Фух, нет. Бежим дальше. Капец. Ну реально, ребят, я каждый день записываю по один, по два ролика. За это точно надо поставить лайк. Мне кажется, я хожу кругами. Во-первых, мне надо найти лаву. Ну, давайте сюда пройдем. Так, стоп. Что-то я похожее видел. Ребята, в какой части я вот похожее вот такое видел? Напишите в коммент. Так. Нет, нету. Бежим дальше. А, нет, стоп, можно же наверх. Хотя зачем наверх? Назад надо бежать, там еще раз, один путь был. Фу, ребята, это экшен. Так, стоп, отсюда, да. Ребята, ну это огромная шахта, капец. Ой! Я, кажись, нашел, ребята. Кажись, нашел. Бесконечная ферма булыжника. Реально? Что? Ладненько. Допустим, но нет, допускать не будем, просто пойдем отсюда. Давай. Моя задача сейчас исследовать шахты и потом полностью все из них собирать. Берем факел. Опа, еще ниже. Сюда. Так. Кстати, ребята, кто не знал, название моего инстаграма Алекс Лего Про, как и аккаунт лайки. Стоп, я нашел. Ай, кто? Кто? Ай, зомби как-то не вовремя. Капец, ребята. У вас бывало такое, то что зомби прямо вот как только, допустим, вы нашли что-нибудь то, что вам нужно, вас убивает. Yes. Все. Ждем, пока лава утихнет. Ставим факел. Опа, все. Отлично. Стоп, я же здесь был. Ну, да, я вроде бы здесь был уже. Нет, не был. Чё за? Ладно, побежали отсюда. У меня два ведра лавы. Так. Целая куча железа здесь везде. Да уж. Хоп. Ребятушки. Погнали искать алмазики. Все. Кстати, ребята, на какой высоте надо искать алмазы? Ну, вдруг кто-то знает. Пишите в коммент. Так, проверка. Отлично. А вот здесь, и вот здесь. Да, ребята, точно мы убрали лаву. Так, значит. Так. У меня есть какие-нибудь блоки? Отлично, повезло. Хотя, давайте вот так сделаем. А теперь закроем полностью все. А теперь вот здесь ломаем. Да, ребятушки, я вот так сделал сейчас. И сушу лаву. Так, вот это ломаем. Но здесь точно должны быть алмазы. 100% я не верю, то что нету. Так, у меня есть дерево. Отлично, как раз на верстак хватит. Так, это сюда. Опа, верстак.
Поставь верстак, не знаю, просто так. Теперь, ребята, все, что мы можем сделать. Так, что хотел там сделать? Забыл. Ребятушки, ай, точно, кирку. Отлично. Ломаем дальше, ребята. Оп, 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 оп. Ну, это долго будет, так что я просто сделаю вот так. Хоп, 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 хоп. Опа, опа, опа. Ай, блин, точно. Сюда. Теперь забираем весь булыжник. Кто-то сверху у нас бесится. Так. А! Так, что за... Так, это уже лучше, а это... Хуже, 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 блин, блин, блин. Так, окей. Ломаем, ставим. Ставим, ставим, ставим. Так, ставим, ставим. Не понял. Ладно, ребятушки. Попытаемся вот так. Хотя... Что ж, ребята, это видео подходит к концу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Следующая часть, наверное, выйдет очень скоро. Давайте. Всем удачи. Пока-пока.